Barcelona won the league title. Samuel Eto'o on the balcony of the town hall in Barcelona stood up and said... No, it wasn't on the balcony, it was in the middle of the Camp Nou. Stood up and said, Madrid... Where we go, in the 100th and... the most prestigious award in football, it's... Lovely turn. There's Ronaldinho. Very quickly as Barca. Interestingly, David Beckham did say that had Ronaldinho... Working a shooting chance, perhaps, Ronaldinho. Ronaldinho looking to take on Mitchell Salgado again into the area. Ronaldinho! Here he is, Ronaldinho! Straight into the wall, gets the rebound! To give a goal kick. On the right for Barcelona, gets onto his left foot and that. This area is with Giovanni. Oof. Turn around and at least acknowledge the quality of the ball. Offside against Eto'o. Into the area, Samuel Eto'o! How close was that? Well, I tell you, it was very close. I tell you, it was well. I think had Eto'o gone down. Yeah, and I think... Yodu now taking on. Giovanni's got the ball in there. And then psychologically... And the disappointment. Once again, Beckham finds space. And that's... Oof. To Eto'o. Samuel Eto'o! He's done it again! Samuel Eto'o has put Barca in the lead! Well, wouldn't you just know it? Wouldn't you just know it? Messi, you can hardly hear him, he whispers. Anything else, waste chance. I don't think Eto'o... Ramos, inside to Eto'o, looks for the 1-2, looks like offside. Oof. Maldinho, got there behind of Mitchell Salgado. Up on him, you know. Oh, but that's them. Controlled by Deco to Ronaldinho, Salgado. Там серьезный заслон на правом краю у Барса, но еще не имеет преимущество за счет скорости, за счет отработанности командных взаимодействий. Воротом обыгрывать соперника в сторону центра. Видимо, просто за счет несочной опытности попадается на это. Такой ужасный пас. Опорный хаф играет так, как будто Цакацохол оказался в пользу Барселоны. Хотя мяч остался у Реала. Рональдиньо Барселоны. Но она сама их отчасти. Подача. Имеет такие фланги, имея в составе Бекхэма и Карлос. Подача. Опасно так и Барселоны. Рональдиньо. Рональдиньо. Это'о. Рональдиньо. Непринужденно обращается с мячом Месси, чтобы усилить игру. Нет, это мы всегда увидим, усилит они. Да, все-таки он опорного играет. Футбольный в первом тайме куда выше Реала. Месси и удар. Обыгрывает Мичело Сальгадо. Ходит штрафной, опасный момент. Касильяс разводит руками. Роналдиньо. Месси. Это удар. Касильяс отбивает мяч. Инстант. Приятно, что футболисты общаются друг с другом без. Каким предстанет он? Сумеет ли он? Очень опасно. Барселонцы во Месси штрафной, опасно. Грависа на них нет. Италии вот ему удалось доказать то, что они действительно были, и получить итальянский паспорт. Теперь Реал может пополнить им свой состав, вести. Вот такой вот пас одного из центральных защитников. Роналдиньо, удар. Прямо в руки Касильяса. Вот кто сегодня безупречен. Обычно ему нужно больше. Но суть-то в том, что... Суть-то ведь в том, что достаточно Мурньо. Удивительно, что это был Робиньо. Рональдо атакует. Защитник, разве можно вот так вот выходить? Рональдиньо. В контроле мяча в середине поля. Вот опасный момент, Роби. И Беккому, и Пабло Гарси. Мичел Сальгадо. Роналдиньо. Роналдиньо. Обыгрывает опять, входит в штрафную. Опасный момент. Удар. Еще становится 2-0. И с этим уже ничего поделать нельзя. Ну что ж, господа, Франк Райкард, кажется, становится первым тренером, который дважды за свою барселонскую карьеру обыгрывает Реал. Пока совершенно непонятно, за счет чего Реал может отыграться. Вообще не видно. И, наверное, этого штрафной.
Мяч у него на левой ноге. Рональдо удар вне игры. Там Зилиев в составах обеих команд. Не все они на поле. Ну, еще и чистит тренеры бразильцев. Стали получать мяч, будучи свободными. Рвется штрафную. Не самый ближний свет. Все это говорит. Опасный момент. Рональдо. Гол или нет? Офсайд, да? Офсайд. Все это говорит то, что своей игры у Реала, игры, которую мог бы навязать сопернику, пока, конечно, нет. Мяч на площадке Реала. Снова подача. Опасный момент. Рональдиньо. Еще мяч между набегающими из глубины партнерами. Подача. Жулио Баптиста идет к мячу, толкая соперника. Опасный момент. Получается ворот Бальдеса. И он наконец-то спасает свою команду, получая такую возможность. Пас чуть назад. И есть место разогнаться. Снова есть место разбежаться. Входит в штрафную площадь. И счет становится 3-0 в пользу Барселоны. Так вот, я хотел сказать, что Барселона набирает 25 очков и догоняет Осасуну. Послушайте это, послушайте, это очень полезно. Это аплодисменты болельщиков Реала в Барселоне. Классику есть классику. Нужно пытаться. Все это закончилось сегодня разгромом. Можно завтра он станет четвертым. Его может обойти. Удастся выиграть. И выиграть хорошо. Интересно, что скажут на послематчевой пресс-конференции Вандерлей. Оперативно. Мы можем оценивать поплыв. Это выдающаяся победа. Это великий матч, который мы будем помнить. В доисторические смысле НТВ плюс со времена. Барс и Реал в течение 2 лет обменялись победами друг над другом по 5-0. Что ж, это было давно. А вот этот матч, я думаю, мы не забудем. Одни как позор, другие как миг великого торжества. Поздравляем победителя.